Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Эльвира, и сегодня я захотела поделиться своей радостью, показать вам средство, которое я просто давным-давно искала, но все никак не могла найти. Это средство маска для лица Экспресс Уход, мгновенная утренняя масочка от бренда Мико. Возможно, кто-то ее пробовал, кто-то о ней слышал. Сегодня хочу поделиться о ней впечатлениями. Давайте сначала посмотрим, что вообще обещает производитель. Незаменимая маска для идеальной кожи всего за 15 минут. Хочу, кстати, сразу обратить внимание, что если вы будете заказывать или вообще смотреть данную масочку в интернете на сайте у производителя, то там в описании указано, что маска мгновенная утренняя 5 минут, то есть якобы наносить надо на 5 минут, а на самом деле здесь вот в упаковке написано, что на 15 минут. Данная маска снижает выработку гормона стресса, снимает покраснение кожи, мгновенно успокаивает. Растительный протеин создает эффект второй кожи, обеспечивает воздухонепроницаемую защиту. Восстанавливает циркадные ритмы кожи, улучшает цвет лица и снимает следы усталости от недосыпания за 4 недели применения. Разработана специально для утреннего экспресс-ухода, для тех, кто постоянно спешит и хочет выглядеть восхитительно. Хочу отметить, что данная масочка, почему вот именно о ней я хочу вам рассказать. Я очень давно искала такое средство. Я вообще очень люблю наносить маски на лицо. Просто обожаю это делать и готова делать это каждый день. Но на многих масках написано, что в строке, в графе применения написано, что применяют 2-3 раза в неделю. Меня это не устраивает, потому что я хочу носить маску на лицо каждый день. Потому что после масок кожа лица становится очень такой увлажненной, сияющей, устраняются проблемы. Так же, как и данная масочка, например, устраняет следы усталости, отеки. Данную масочку надо носить каждый день. Причем я еще искала такую маску, которая будет вот именно по утрам охлаждать лицо, чтобы вот так вот нанес ее и просто вот сразу махом простулся, что она будет реально настолько охлаждать. И данная маска на самом деле так делает. Она реально очень круто охлаждает. Ее наносишь и сразу мгновенно ощущается такой холодок. Если ты проснулся утром и не можешь открыть глаза, просто наносишь маску и все, ты проснулся моментально, потому что она настолько охлаждает, что сразу весь сон пропадает. Она на самом деле очень классно работает, и убираются отеки, убираются следы усталости, кожа становится такой подтянутой, сияющий и очень классно увлажненный. Хочу отметить, что в составе данной маски находится экстракт семян цифрозии пурпурной, который эффективно решает проблему купероза. То есть, если у вас купероз, то, в принципе, бояться того, что маска охлаждает, не стоит, потому что здесь есть компоненты, которые борются именно с куперозом. И на самом деле, когда первый раз я нанесла данную маску, мне показалось, что лицо будет красным, потому что очень сильно охлаждало, но ни капельки нигде просто на лице ничего не покраснело, никаких абсолютно покраснений не было. И, в принципе, бояться того, что лицо будет красным, и потом идти кому-то на работу, кому-то еще куда, да, по утрам, этого абсолютно не стоит. А еще хочу сказать, что данная маска подойдет и тем, у кого проблемная кожа, потому что здесь есть глюкозид розмариновой кислоты, который обладает очень мощным антиоксидантным бактерицидными свойствами. И если у вас есть воспаление, данная масочка будет с ними также бороться. И также в составе данной маски содержатся сфинголипиды, то есть это церамиды, которые восстанавливают защитный барьер кожи. То есть если у вас защитный барьер кожи нарушен, очень сухая кожа, обезвоженная кожа, то данная масочка тоже вам отлично подойдет. Давайте я вам покажу, как она выглядит. Такая вот коробочка. И здесь такая вот в кругленькой такой баночке, очень красивенькой, прозрачной, сама масочка. Здесь у меня осталось уже... Есть, кстати, здесь такая защита от вскрытия, где написано, что 100% натуральная косметика. Здесь у меня осталось совсем немножечко. Так, и посмотрите, какая у нее консистенция. Такая консистенция, как будто как яблочное или грушевое пюре. Такая гелевая. Смотрите, очень прикольная масочка. Кстати, она пахнет так немножечко такой мятной жвачкой. Точнее, не жвачка, а мятые конфеты. Я думаю, многие помнят, такие конфетки были сосательные, такие мятные назывались. И вот у нее примерно такой же запах.
Здесь в составе гидролат мят есть. Такая вот масочка. Очень классно она наносится. Очень классно распределяется. Кстати, здесь в применении написано, что нанести маску видимым слоем на очищенную кожу лица. На первый взгляд кажется, что надо нанести прям толстым слоем, но на самом деле наносить надо совсем немножечко. И данного средства, то есть нанесенного совсем немножечко, будет достаточно. Главное, чтобы было видно, что маска нанесена на лицо. Что вот такие вот у меня впечатления от данной масочки. Она на самом деле очень классная, работающая маска. Если вы искали что-то подобное, то обязательно присмотритесь к данной масочке. Всем советую попробовать, потому что реально очень крутая. Если вы ее пробовали, то напишите отзывы. Возможно, вам она понравилась настолько же, насколько и мне. Всем пока-пока!